Друзья, всем привет, меня зовут Любомир Борода. Сегодня сделаем обзор на вот эту вот EDC классную сумку от компании Hardride. Так, вот он, наш wasteback. Давайте посмотрим, что о нем пишет компания. Итак, описание товара. Универсальная поясная сумка, изготовлена из износоустойчивого материала кардура тысячная с водонепроницаемой пропиткой. Очень вместительная при небольших габаритах, удобна при ношении как на поясе, так и через плечо. Интегрированный MOLLE интерфейс позволяет разместить дополнительные карманы снаряжения на лицевой стороне сумки. Плечевой ремень обеспечивает поддержку при максимальной загрузке сумки. 3D-сетка на задней части сумки обеспечивает максимальный комфорт и вентиляцию. Размеры 33 на 20 на 10 сантиметров. Фурнитура UKK, материал кардура тысячная. Ну что, давайте посмотрим сумку. Итак, вот наша сумка. Сразу видим фронтальную сторону. MOLLE панель крепления плюс велкро панели для крепления идентификаторов. Тут мы видим сразу велкро идентификатор Hardride, который вы можете прикрепить как вам будет угодно. Вот сразу здесь у нас есть карман и непроницаемая влагоустойчивая прорезиненная молния. Вот, соответственно, если будет дождь, в этот карман у вас никаким образом не попадет влага. И здесь вы можете хранить что-либо, и у вас все будет классно защищено. Карман достаточно объемный, смотрите, полностью проваливается ладонь. Так, едем дальше. Основное отделение. У нас две молнии. То есть одна молния, два замка с двух сторон. Вы можете закрывать как с этой стороны, так и с этой. Два бегунка. Вот здесь мы видим дополнительный ремень. Посмотрим на него чуть позже. Итак, давайте смотреть. С этой стороны у нас карман. Карман на молнии. Опять же, достаточно вместительный, большой. Сюда можно запросто даже планшет положить. Вот, далее. Резинка, как у других сумок Hardride, да, у стандартных вейстбэгов, тоже есть такая вот резинка, которой очень удобно организовывать различные мелочи. Они будут у вас крепиться на стенке сумки, получается, внутри, и не захламлять пространство, и в то же время все будет организовано и в порядке. Вот. Смотрим в другую сторону. На другой стороне у нас есть еще один карман, но он уже не на молнии закрывается, а на клапане на велкро. Очень такая жесткая застежка. Держит очень круто. Тут можно класть что-то такое, что надо быстро достать. Да, мы резко дернули, вытащили, закрыли. Очень вместительный такой бэк. Посмотрите, сколько сюда может всего поместиться. Вот. Я считаю, что вот в такую сумку очень круто таскать с собой в поездки. В какие-то походы. Ну, во-первых, это можно зацепить легко на пояс, будет болтаться на заднице, и в то же время столько всего, да, если мы же можем спокойно на стропу молнии, на MOLLE стропы прицепить как дополнительные, например, какие-то подсумки, также можем и какой-то инструмент сюда зацепить, и фонарики, и прочие какие-то прибамбасы, там какие-то ножики, плоскогубцы. Ну, собственно, сумка, каждый может использовать ее в своей сфере деятельности, так сказать. Дальше, что мы тут еще имеем? Сейчас. Получается, здесь у нас идут
такие вот крепления, которые, опять же, выполняют универсальную функцию. То есть можно, например, сверху положить еще что-то, да, какой-то сверток, скрутить одежду, плед, термос, какая-то вода, прочее, и затянуть, например, ремнями, и у вас будет классно держаться. Либо вы можете их отсюда снять, они отсюда вытаскиваются и выходят на вот эту сторону, как лямки. То есть вытащить, сделать две лямки и носить это как рюкзак. Вот, понимаете, да? Плюс внутри у нас лежит дополнительный ремень, который, опять же, цепляется на вот эти фастексы. И вы можете одеть его через плечо, как мы уже читали в описании, для того, что если у вас тяжелый груз, чтобы подстраховать на плечо. То есть одеть в сумку на пояс и дополнительно страховать ремнем через плечо. Функция опциональная. Можете как бы прицепить, можете нет. Далее. Здесь у нас, смотрите, какие есть фишки. Опять же, сюда можно запихать что угодно, затянуть, причем с обеих сторон. Ну, и, соответственно, блин, я даже не знаю. Это сумка, короче, в которую влезет вагон и маленькая тележка, и еще останется место. Вот. Охрененный прочный ремень с охренительным мощным фастексом. Ой. Мне кажется, это мечта любого человека, который занимается активными какими-то движухами, активно где-то гуляет, ездит, путешествует. Вот. Такая вот сумочка. Если остались какие-то вопросы, ну, собственно, мне кажется, вот тут и так все понятно. Я вам просто показал вкратце, что у нее есть. Вот. А каждый уже может использовать ее по своему желанию и в меру своей активной деятельности. Вот. Такой сумка-конструктор. Вот. Собственно, можете наполнять ее, вот, апгрейживать и использовать под свои запросы. Что еще хочется сказать? Компания HardRide делает такие сумки в разных цветах, вплоть до того, что вы можете заказать расцветку на заказ. Например, какую-то панель сделать одного цвета, какую-то часть сумки сделать другого цвета. Все это можно делать. Плюс данную сумочку вы можете заказать сразу через меня. Сайт производителя я оставляю в комментариях, в описании к этому ролику. И кнопочку для связи со мной тоже. Так что обращайтесь, все организуем. На этом все. С вами был Любомир Борода. До новых встреч. Ну и чтобы вы понимали габариты, вот так выглядит сумка, если одеть ее на пояс. Соответственно, если одеть ее через плечо, например, куда-то сюда, она выглядит примерно вот таким вот образом. Ну а, соответственно, если мы ее оденем как рюкзак на спину, то на рюкзаке она будет сидеть как-то вот так.